Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена очень интересной странице истории не только Абхазии, но и соседних регионов. Тема, которая всегда интересовала не только ученые умы, но и многих простых людей. Речь идет о таком интересном феномене в истории Абхазии, как дольменная культура. Ну, я сразу оговорюсь, буду говорить о сегодняшней теме с точки зрения историка. Хотя понятно, что дольмены, дольменная культура, дольменные памятники невозможно не рассмотрев и, конечно, используя данные археологии, конечно. Вообще, дольмены Абхазии и вообще дольменные памятники – это один из уникальных феноменов мировой истории, вообще мировой культуры, мировой цивилизации. И она является частью такого интересного исторического феномена, как мегалитизм, мегалитическая культура. А если брать еще шире, феномена каменностроительства в целом. Дольменная культура Абхазии привлекала специалистов уже не первый десяток лет. И несмотря на тот огромный массив информации, накопленной в ходе археологических исследований, до сих пор остаются нерешенными ряд важнейших проблем в изучении этой интересной культуры, этого интересного феномена. И сегодняшняя наша тема будет посвящена именно вот этому значимому моменту, а именно вопросу генезиса дольменной культуры на территории не только Абхазии, но и на территории прилегающих территорий в целом Северо-Западного Кавказа. И мы назвали нашу лекцию «Дольмены Абхазии и Средиземноморья». Вообще, истоки дольменной культуры, да и вообще истоки мегалитизма – одна из, наверное, таких вот самых, наверное, неразгаданных пока тайн. Почему? Потому что самые ранние свидетельства возникновения мегалитических в целом культур, а дольмены являются органической частью этого культурного феномена, уносят нас в очень древнее отдаленное время. И уже давно отмечено, уже было давно подмечено в ходе исследования дольменных памятников, что дольмены в целом Кавказа, Абхазии в частности, являются не единственными. Они широко распространены во многих местах современного земного шара. Но и в это же время специалистами была подмечена одна важная особенность. Дольмены Кавказа и в целом Абхазии имеют просто поразительное сходство с рядом интересных дольменных памятников в том самом регионе, который очерчивает так называемое Большое Средиземноморье, что породило, несомненно, интерес к теории и гипотезе о том, что дольменные памятники как Кавказа, так и Средиземноморья роднит какая-то общая концепция или общая идея. Самые ранние следы фиксации памятников не только дольменной культуры, но и вообще мегалитизма в целом мы связываем с очень интересным памятником, который относится к очень отдаленному древнему этапу. Речь идет о таком знаменитом памятнике, который имел революционное значение в истории изучения, который именуется Гебегли-Тепе. Это древнейший памятник мегалитизма вообще в истории, во всяком случае на территории Большого Средиземноморья, на территории Евразии. Это памятник, который расположен на территории юго-восточной современной Турции. Памятник интересен именно хронологической своей глубиной. Он относится к периоду примерно 10, около 11-12 тысяч лет назад. То есть уже в период мезолита, еще накануне Великой неолитической революции, древние люди строили величайшие культовые сооружения, аналогичные как, собственно, Гебегли-Тепе, так и другие аналогичные им памятники.
Есть предположение, что последующее время, когда происходила миграция древних неолитических племен на территорию Средиземноморья, традиция мегалитизма каким-то образом была занесена на средиземноморские берега, откуда затем эстафетным способом эта традиция была передана уже в Западную Европу, включая Атлантическое побережье Европы, и, очевидно, на территорию нашего Причерноморья. Очень важно отметить, что ряд определенных фактов свидетельствует о том, что дольмены на территории Кавказа, а это личное мое мнение, как автора доклада, все же таки в силу ряда обстоятельств являются следствием, можно так сказать, миграции идей. Первое. Дольмены на территории Кавказа и дольмены на территории Абхазии с точки зрения географического распространения представляют собой некий такой самый крайний, если так можно сказать, восточный ареал вот этой огромной группы памятников дольменной культуры, которая охватывает Большое Средиземноморье. Второе, на что тоже надо обратить внимание, это хронология. Большинство памятников дольменной культуры Кавказа, включая Абхазию, с точки зрения хронологии, всегда хронологически уступают памятникам дольменной или вообще в целом мегалитической культуры Большого Средиземноморья. Третий момент. Несомненно, дольменам на территории Абхазии предшествовали иные формы мегалитических построек. И по нашему мнению, хотя да простят мне археологи, одним из таких ярких примеров может быть такой интересный памятник, который мы знаем как Крамлехи. Возможно, они строились даже раньше, чем сами дольмены. И все эти факторы говорят о том, что, несомненно, я еще раз подчеркну, у нас на территории Абхазии и в целом Кавказа, очевидно, отсутствуют следы эволюции строительства дольменов на самых его ранних этапах. Есть, конечно, недостроенные, переделанные дольмены, но дольмены и памятники дольменной культуры, которые можно было бы проследить как вот некую изначальную эволюцию строительства этих памятников с точки зрения инженерии и архитектуры, таких следов у нас, к сожалению, нет. Все эти факторы, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что дольмены на территории Причерноморья Кавказского, дольмены на территории Абхазии, дольмены вообще северо-западного Кавказа представляют собой не что иное, как продукт и культурной инвазии с территории, очевидно, Средиземноморского бассейна. Ну, подобные концепции имели место уже совсем и еще на ранних этапах изучения памятников дольменной культуры, об этом писалось в литературе. Вот. Одним из, скажем так, доводов в пользу того, что дольменные памятники все-таки являются продуктом, скажем так, инвазии, вообще миграции идеи, может свидетельствовать одно интересное обстоятельство. Дело в том, что если внимательно посмотреть на географию распространения дольменных памятников, то в большей мере они всегда приурочены к побережью. Это характерно не только для территории Кавказа, хотя есть на Кавказе и более отдаленные от побережья памятники, но считается, что наиболее ранние, наиболее древние памятники дольменной культуры всегда приурочены к побережью. Такая тенденция наблюдается и в областях Средиземноморья. И очевидно, что распространение дольменов мы должны каким-то образом, а вообще появление дольменов у нас на территории Кавказа, мы должны каким-то образом связывать со сложными историко-культурными процессами, которые охватили эти регионы. Мы связываем это ни с чем иным, как с началом активного развития металлургии, когда древние средиземноморские общества были заинтересованы в активных контактах с областями Циркумпантийской провинции. Это та самая провинция, которая специалистами в области древней металлургии, в археологии бронзового века была выделена как отдельная мощная культурная провинция, где наблюдался взлет археологических культур, так называемых металлоносных культур.
Очевидно, это является одной из причин того, что именно в то время общества Средиземноморья были заинтересованы в активных контактах с населением причерноморских областей. И, возможно, в контексте этих процессов имели место древнейшие связи населения Причерноморья со странами Средиземноморья, результатом которого и стало появление традиции дольменотворчества у нас на Кавказе. Интересно то, что в какой-то мере подтверждением факта совпадения хронологии начала активного строительства дольменов на территории Причерноморья, Кавказа, вообще Абхазии, в целом Северо-Западного Кавказа, хронологически совпадает с очень интересным этапом. Дело в том, что именно в конце энеолита, то есть меднокаменного века, и в начале ранней бронзы, это время начала активного кораблестроения и активного морского плавания. Это говорит о том, что именно развитие корабельного дела, развитие морской торговли было одной из причин, возможно, интенсификации, усиления контактов причерноморских обществ с обществами Средиземноморья. Встает интересный вопрос. Так откуда же идея дольменотворчества могла оказаться здесь у нас на территории Абхазии? Могла ли иметь место прямая связь, скажем, с памятниками дольменных культур, дольменотворческих традиций, скажем, Западного Средиземноморья и Причерноморья? Конечно, таких отдаленных связей мы все-таки считаем маловероятными, но принцип эстафетной, то есть опосредованной передачи этой идеи, вполне допустимо. Кстати, последние исследования в области лингвистики в какой-то мере дают возможность предположить, что, очевидно, в ряде языков Древнего Средиземноморья, в областях Средиземноморья, мы встречаем, правда, такие вот отдаленные, такие слабо выявляемые следы контактов населения причерноморских народов, Причерноморья, населением Средиземноморья. Об этом, конечно, хорошо знают лингвисты, мы не можем здесь сейчас углубляться в этот процесс, но важно отметить то, что одним из доказательств таких вот активных связей Причерноморья с областями Средиземноморья может явиться еще один такой интересный феномен, на который надо обратить внимание. Это то, что, как известно, все прекрасно знают о развитии письменности. Мы прекрасно знаем, что письменность, обычно, когда мы говорим о развитии письменности, мы устремляем свой взгляд на территорию Древнего Ближнего Востока, на территорию Передней Азии, вспоминаем Египет, Восточное Средиземноморье, вспоминаем Шумер, Междуречие, Древнюю Месопотамию. Но давно известно, что еще одним древнейшим очагом становления протописьменных культур, вообще протознаковых систем, является область, которая называется Эгеида и Причерноморье. Вообще надо отметить очень интересный факт. Дело в том, что специалистами доказано, что вообще знаковые системы, протописьменные системы возникали в первую очередь как средства экономические. То есть вначале эти попытки создания письма в тех или иных видах и формах, об этом знают специалисты, имели свои задачи и функции именно торгово-экономические. Так называемые системы подсчета товаров, счета и так далее. Они позже становятся системой для передачи уже, собственно, языка в письменной форме. Так вот, специалисты считают, что наряду с так называемым восточно-средиземноморским, ближневосточным очагом становления письменности, протописьменных систем, аналогичным очагом является территория современного Балканского полуострова, территория Причерноморья и территория Эгеиды, то есть Эгейского бассейна. А это говорит о том, что уже тогда интенсификация торговых связей была настолько высока, что у этих обществ возникала необходимость тоже идти по пути сложения своих протописьменных систем. То есть эта система и этот очаг говорит о том, что протописьменные системы в своей эволюции были продиктованы активными торговыми связями. И, несомненно, древние общества Причерноморья не могли быть безучастны к этим процессам.
Хочу сказать, на что тоже особенно надо обратить внимание, что одним из таких примеров, доказывающих, что имели место, несомненно, торгово-экономические связи, имели место, скажем, уже плавание на территорию, возможно, скажем, в Причерноморье и в обратном направлении, свидетельствует ряд письменных систем, которые известны как система линейного письма А и линейного письма Б. Линейное письмо А было создано представителями минойской цивилизации. Она до сих пор не расшифрована, а вот линейное письмо Б уже является древнегреческим, одним из продолжений, графически оно является продолжением письма А, но уже язык, которым писалось это письмо, оно уже, конечно же, нам известно, это один из архаических греческих диалектов, языков. Так что интересно? Дело в том, что следы распространения линейного письма А мы встречаем во многих областях Средиземноморья. Но самое удивительное заключается в том, что эта система линейного письма А зафиксирована в непосредственной близости к территории Причерноморья Кавказа, а именно на противоположном побережье Турции, в Синопе, так называемом Амисе, есть такой район. Более того, уже в древнем линейном письме Б мы встречаем, ну, все знают историческую область Колхида, а на самом деле большинство специалистов считают, что историческая область Колхида, она известна в источниках, ну, как минимум, где-то с 8 века до нашей эры, 7-го. Так нет, уже в древнем линейном письме Б есть первое упоминание об исторической области Колхиды, которое датируется, как минимум, началом 14 века до нашей эры. Несомненно, вот эти как бы, вот, данные протописьменных систем, языков говорят о чем? О том, что, очевидно, древней письменностью были, скажем так, как бы на примере это древние, как бы успели зафиксировать те древние контакты, в том числе связанные с морскими, да, вот этими торговыми связями, которые были запечатлены в этих письменных системах. То есть это один из примеров того, что активные торговые связи, экономические связи, естественно, имели место при Черноморской области с областями Средиземноморья. И, очевидно, район области Эгиды является той географической промежуточной зоной, где осуществлялась генерация идеи строительства дольменов на территории Причерноморья и Кавказа. Теперь возникает другой важный вопрос. Как же протекал процесс? Именно конкретный процесс, скажем так, передачи идеи строительства дольменов на территории Кавказа. Вопрос очень сложный. Значит, ученые в одно время предполагали, что, возможно, имела место некая миграция определенной группы населения. Но доказательств этому нету, потому что нет следов этого древнего этнического массива, который бы принес бы эту культуру сюда. Другой сценарий предполагает, и он, наверное, более правильный, что на самом деле постоянные торговые связи привели к тому, что местные общества каким-то образом, уже знакомые в немалой степени с традицией мегалитизма на Кавказе, каким-то образом ознакомились с концепциями строительства дольменов и стали привносить эту традицию уже на нашу местную кавказскую почву, включая, конечно, Абхазию. Ученые давно установили, что Причерноморский район и дольмены Причерноморья всегда являются зонами наиболее самых архаичных, самых ранних по хронологии памятников дольменной культуры. Вот. Интересно то, что мы можем в какой-то мере, ну, опять-таки, как скажут специалисты, в какой-то мере мы можем видеть, что, очевидно, когда сюда привнесена была идея строительства дольменов, за счет этих самых торгово-экономических контактов, за счет тех самых морских связей, привнесенная новая идея, концепция дольменостроительства столкнулась здесь, на территории Кавказа и Абхазии, с традициями более ранних форм мегалитизма. И, возможно, одним из таких явлений стала некая синкретизация. И синкретизация этих культур. И вот эти синкретические основы мы видим, возможно, в таком интересном памятнике, как дольмен в Крамлехе, знаменитый Адхарский дольмен.
Аналогичные дольмены наблюдаются и в других областях, в частности, в Причерноморье, это район Дудугуш, так называемый дольмен, который имеет сходство с дольменами Абхазии, в том числе, да, с Адхарским дольменом. Когда идея средства дольменов была сюда привнесена на нашу почву кавказскую, на нашу почву абхазскую, она столкнулась с культурами. В это время здесь развивалась так называемая протокалхитская культура, а на Северном Кавказе развивалась знаменитая блестящая майкопская культура. А на территории майкопской культуры идея строительства дольменов была выражена в том самом знаменитом памятнике, который известен как Новосвободнинский дольмен. А у нас на Кавказе, здесь, на побережье Черного моря, это, скорее всего, вот эта синкретичная форма дольмена в Крамлехе. То есть Крамлехе очевидно, а есть уже научные факты, ряд памятников Крамлеха, известных в Европе, возможно, даже более древнее, чем сами дольмены. И еще одно важное обстоятельство, которое играет важную роль для объяснения этого феномена, это то, что важно отметить, дольмены Кавказа, дольмены Причерноморья, при всем том, что дольменные памятники встречаются у нас и в других областях Средиземноморья, они не идентичны, они похожи. Но нигде нету такого ярко выраженных форм, неких таких законченных архитектурных форм дольменотворчества, которые мы наблюдаем на Кавказе. Связано это с чем? Когда сюда была привнесена идея строительства дольменов, идея, которая была привнесена с берегов Средиземноморья, здесь формируется некая своя школа архитектуры дольменов. И именно на примере дольменов Кавказа мы можем считать, что средиземноморская культура дольменов достигла своего апогея и самых законченных архитектурных форм. Хочу сказать очень важную деталь, на что еще надо обратить внимание. Мой бы рассказ, наверное, был бы до конца неполным, если бы мы бы не сказали одной важной детали. Вот лично наше мнение однозначно. Появление дольменов на территории Причерноморья, на территории Кавказа, на территории Абхазии – это не только становление уникальных памятников архитектуры, а дольмен – это не просто, погребальный памятник, дольмен – это не просто архитектурный памятник, дольмен – это не просто инженерный, дольмен – это сочетание всех этих элементов. Это действительно очень высокий инженерный уровень искусства, безусловно. Но для нас важно другое. В лице, если так можно сказать, дольменных памятников мы видим не что иное, как самый яркий пример еще до античных, до колонизационных связей территории Кавказского Причерноморья с миром Средиземноморья. И это очень важный момент. Мы были открыты миру Средиземноморья еще до греков. И дольменные памятники являются ярким примером тех самых догреческих и доколонизационных связей территории Восточного Причерноморья, включая Абхазского Причерноморья, с миром Средиземноморья. Вот на этом я как бы хочу завершить свой рассказ об этих интересных памятниках. В ближайшее время выйдет научная статья, где более подробно будет изложена вся эта информация с соответствующим цитированием научных источников и многое другое. И с этим материалом могут ознакомиться, конечно, не только просто любой желающий, кто интересуется историей, но и, конечно же, представитель научного сообщества. Спасибо огромное, спасибо за внимание.